Хорошо, всем привет, привет. Я так вам пиратская жизнь говорить. Сейчас будем кушать. Вот. И никого не слушать. Давай. Праздничный. Ну, сегодня день пожилых людей. Да? Да. Да. У нас сегодня пожилой человек вот сидит. Да. Зря пожилого человека. С праздником. Да. Так что с праздником. С праздником. Что-то первый раз слышу про такой праздник, честно. Что ты? А вчера была Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья. Горячий какой прям. Я говорю, что я тебя больше всех, видимо, нагрела. Не, ну я люблю, кстати, горячее, правильно. У меня мама была Любовь. Ее праздник был вчера. У нее, кстати, тоже недавно день рождения был. 29-го. 76 лет было бы. Праздник, видишь? У нас у мамы 24-го и 26-го, видишь, как. И про это 29-го сказал? У мамы 29-го, да. А у нас 26-го. Одни близнецы, а одни эти весы. Так, ну что, в следующий раз у нас встреча. Следующие выходные у нас. Встреча на Эльбе. Слушай, где у вас тут вкусный шашлык? Нигде. Посоветуй. Я даже не знаю, где заказывать шашлык. Где вкусный? А вы где-то заказывали там? У них вообще доставка есть? Нет доставки. Мы нет? Берем сами, да. Но там только баранина, говядина. У них свиньи нет. Потому что они эти, как ее? Мусульмане. Мусульмане, да. Верующие. Так что... Понятно. Свинины там нету. Куда в другом месте? Центр плова. Мы тоже думаем, знаешь, это... Центр плова? Центр плова, да. У вас есть, может быть, там такой? Центр плова? Что-то я не знаю. По-моему... Где-то я видела, я вчера смотрела, знаешь, эти шашлыки, которые доставки. Много всяких разных. Ну, куда ни ткнись. Кто-то говорит, здесь хорошее, что-то там. Хочется так, чтобы было. Наверняка. Мы тут как-то брали... Шашлык. Свинину. Не помню, какой день. По-моему, что было за праздник? Праздник был в Катеринце. Откуда мы, короче, с Иваном ехали с дороги. Я с ним ездила. И мы вот на обратном пути, я говорю, хочу шашлыка. И мы купили на около стадиона. Так-то вкусно пахнет, все. Но столько жил, вроде шею взяла. Ну, вообще не то. А это, знаешь, совершенно не то. Берешь вроде шею, а тебе как карманы продают. Это, кстати, не очень. Тихий. Да. Помнишь, мы как-то взяли, короче, вроде шеи. Но сухой был, как карбонат. А это как будто не живо. Я вот что думаю, может быть, старый вообще сказать. Мы там брали несколько шашлык. Вкусный, кстати, вариант. Спать тоже раз на раз не приходится. Нет, то бывает вкусно, то бывает... Смотри, какой повар готовит, да. У нас нет, тоже бывает то вкусно, то нет. Бывает было сырой. Ну, все приедете-то? Приедете? Ну, Иван приедет в том случае, если дома. Дома. А, значит, работа не будет, да? Да. Даже приедет? Когда, потому что у них кто там. Когда конкретно? 7 числа, получается. Это суббота. А время? 5 часов. Буду работать. В 5. Ну, как раз к этому времени приедет, полпятому день. Полчетвертого ухожу. Обмоем там лицо. Обмоем перекрыт. Да, кстати, у нас там почта обмоем перекрыта, так что нужно как-то думать. Обратно-то вас отправим. А вот добраться? Ну что, мы там совсем прям не пройдем нигде? Там все перекрыто. Сейчас дам. Пешком все равно пройдешь или нет? Пешком? Пешком, да. Пешком ты будешь пройдем. Вот смотри, тогда едем до Свободы, там пешим. А до Свободы? До Свободы перекрыта сама. У нас там метро стоит. До Горького. А там тогда пешком. Горького пешком. Или до Минной пешком по Варварке. Там прям идешь как раз, где этот магазин «Вкус Вилл». Где новое здание. Там переход есть. Пешочком. Да что, дойдем, что мы маленькие, что ли? Ну да. Что значит, это
Не хочу готовить. Даша, ты сейчас шла. Шашлык заказать. Так, она как шла? На навигатор показывал. Ей сначала что-то навигатор так показал. Я говорю, как идешь-то? Иди. Точно, это горько уйдет. Он говорит, ты что, блин? На Варварку выходи и иди пешком. Угу. Там проход. На Варварку сразу до этажа. А она что, Полинку проводила, быстрее. Боня ничего не смотрела. Угу. Она еще Полин провожала. Хай кипит. Вон все кипит. Только начинает шуметь. Предупреждай. Предупредительный свист. Не так хорошо, когда это подогреваешь. Начал свистеть, значит, уже более-менее можно пить. Я говорю, не хочу ничего готовить, не люблю салат. Чисто уже так. Шашлык заказать. Овощи на гриле. Свежие овощи. В грузинском стиле. Ну да. Шашлык, машлык, сраки. И раки, да. Дашь кукурузу. Чё? Дашь кукурузу любит, да. Кукурузу любит. Это я любимый блюдо. Я тут недавно готовила. Вкусно получилось. С листьями варила. Мы как раз ездили за грибами. Никогда не готовила. Не знаю вообще, как ее готовить. Да? Сколько раз с Иваном ехали на полях, там полно. И там ее всю собрали уже. Можно собрать-то и сорвать, но как готовить ее? Как? Без понятия. Все. Не, я варил как? Просто вот листья вот эти вот под низ, потом закипела кукуруза, еще сверху листья, пара ложек сахара. И там варится, она такая сладкая получается, мягкая. Ну, 20 вариантов. Очень быстро. Просто мы когда ездили на море, она увидела, на, купи. Вообще никогда не думал, что она любит кукурузу. Она мне замучила там одну кукурузу эту ела. Ладно, так и быть приготовлю. В Таиланде это будет. То есть Даша чисто кукуруза, да? Ну, да. Ей только кукуруза. Если там будет мясо, она ест, не откажется. Если будет ролл, тем более. Да не ролл, мне кажется. Мясо. Шашлыка хватит для этих раков. Ну да. А так? У нас, к сожалению, ролл не умеет делать. Нормально. Центр плова. Мы вот на Заречке берем. Да. Ну, там баранья, говядина. Ну, сами ели сколько раз мы. Чайхана. В этом шоколаде. Давайте. Нормально. Не, да? Вкусно у них вроде. У них очень вкусно. Тем более, мы и говядину, считай, брали, и баранину брали. Вкусно очень. Я вчера шел. Баранья вкусные, кусочки маленькие такие. Маленькие, да. Там только у них вообще все маленькие. Эти, как и люляки, вкусные. Люляки? Да, да, большие. Ты сколько ели? На Новый год, считай. Там вкусно у них. По-моему, 150 рублей штука. Люляка. Ну, такое большое. А там почем у них вообще 100 грамм-то? Не помнишь? 275. Порции в ней 300 грамм. Ого, это нормально. Они доставками работают? Доставка либо Яндекс, либо еще что-то. Ну, то есть, в принципе, чисто теоретически оттуда можно сказать. Можно. Чего Яндекс? Так, да. Яндекс придется долго плюхать оттуда. На верхнюю часть города. Холодное вино. Я же думала, что я вино уже проливаю. Конденсат. Да, ну и с холодильника тоже сходить. Холодное. Давай. Вкусное, кстати, с холодильника тоже хорошо. Ну, а что думаешь, ты что будешь? Шампанское, вино? Что, вступать? Мне кажется, шампанское не надо. В нем газов очень много. Лучше какое-нибудь вино, слабенькое. От газиков всех пукать сразу. Потом живот начнет кричать. Да.
Много мяса не съел. Да, вообще, в принципе, газировку никакой не пью. Я вообще не употребляю. Никакие лимонады, я ничего не пью. Шампанское и так иногда. Вообще желательно нет. О, какой сладкий. Чутьнее. Я положила. Я говорю, не надо. Пихай. Это вчера купила как раз. Говорю, может, там все сейчас тоже что-нибудь принесли? Вы расходите, лучше чутьнее. Чего? Лук чутьнее. Внутри немножко не это же. Так что? Я ее спрашиваю, может, вам что-нибудь принести? Ну, конкретно, что-то, что вам надо. Ну, она ни за что не согласится. Она говорит, нет, ничего, ничего не надо. Ей только так. Купил, отдал. Ну да. Не, может быть, ты сама знаешь, что ей надо. Ты скажи мне. Потому что у нее подушки, одеяло. Что ей надо? Плед, может. Солить. Солидно. Откуда мы знаем, что ей надо? Неделя это вам. Все скрывает. Первый дом почти не бываем. Очень резко. Что и надо. Мне кажется, всем людям все надо. Новое в любом случае будет хорошо. Да. Обновить, так сказать. Что-то. Ой, мягкое мясо прям классное. Это телесно, которое мы берем. Здорово. Не знаю, мы уже давно берем еще. Мама покойная была, желает царство небес. Ну, сколько брали, она знает это уж. Принька от молодого до сих пор. Нам все привозит, как будет говорить. Жирный. Нам что-то не повезло. Пожалуй, заказывали, но... Не знаю, просто вот так в морозилке. Просто проще вам спать пошел. Купил. Спари вообще не то мясо. Ну я тут согласна. Конечно, там оно хуже. Не, вообще, это не мясо. Я не знаю, что это там за мясо. Или как вот и про эту. Корюшка, все. У меня есть этот, как в Айбере. Группа. Отличный улов. И там, ой, она огурцами пахнет, иры-пыры. Захожу, спару увидел, думаю, блин, вот просто ради улицы взять, попробовать, что она себя представляет. Это как рыба. Во-первых, она мелкая, ее надо чистить, как любую рыбу. Я думала, она как может там. Раз помыл, положил. Нет, ее надо чистить. Ничем она не пахнет, какими огурцами малосольными. Рыба, рыба. Свежая. Там отзывы лучше не читать. Пока свежая. Но вообще, мы уже разговаривали с мастером со своим от работы. Она говорит, я брала в этом отличном улове. Разница со спаром вообще большая. Там мурманская рыба. Везут, а тут неизвестно что. Я тут захожу. Форель. Написано Армения. Откуда она там в Армении? Скажите мне. В Карелии другое дело. Выросла. Ну, это только специальные эти вот. Рыбные выращивают. Да. Там у них пал, такие фирмы. Ну, а так это не считает. А там у них горная река. Вот тебе, пожалуйста. Они ставят заводь и разводят там. Это же не дикая, показывает. Да, в любом случае? Ну, как сказать? Ну, она, в принципе, там горная река, она в ней и там трется заводь. Там тогда показывали, как это с щеком ловит, и так это аккуратненько и крутит. Давливает и отпускает ее обратно. Так что сейчас полно своих всяких вот этих рыбных ферм. Вот да. Я тут драков искала. Там одно, второе, третье. Только цена отличается. Ну, вот, видишь. Раки-то всякие есть. Где только ловят, хрен знает. Богородский район. Я не помню, где. Ты меня спрашивал, Богородский район. Ну, Богородский там есть, это пару озер, более-менее чистые. Пока еще не загадили. Но не думаешь, там так много их. Водится. Вот где? Есть специальное озеро, там разводят, там платно. Это
Покровское или какое-то это озеро тогда ездили. Это с Ромчиком. Не помню. Бампер-то помяли. А, Бурцевское. Бурцевское. Вот. Бурцевское? Да. Да. Бурцевское. Да, знаю, там не то. Там не те. Как раз когда там были, в этот день там какая-то лук пара утонула. Удивительно, в тот раз лук остался. Да. А в этот раз селёдка. Чему лук тоже есть? Нет, я говорю, быстро разлетелся. Лук сладкий, да? Прям вот вообще. В тот раз не такой был. Тарас был злой. И это тоже злой, но не такой, злой, прям сладкий. Такой сладкий. Да, че сорт такой? Ну, давайте, между первой и второй, как говорится, между чего? Второй и третьей, так далее, перерывчик небольшой. Между первой и второй перерывчика не бывает. Угу. О, это хорошо. Пошел, пошел. Перерывчик. Это перерывчик. Вован у нас один, не пьюшки. Что, водичка? Слушай, у тебя сок же идет. Сок стоит же, ты че? Тут водичка-то. Тебе же специально даже сок покупают. Ждут тебя, будьте. Да, с соком. Поход на дежурный сок, да? У тебя 100% натуральный. Вот, видишь? Зато продукт. Добрый. Да. Добрый. Ваш будешь добрый, добрый. Добрый, добрый. Раздобреешь. Да, да, да. Он же есть добрый. Кока-кола делает его. Добрый. Ну, давайте, чтобы все было хорошо, чтобы у всех было здоровье. Что у нас было, и ничего нам за это не было. Кока-колу от нас, но осталось в виде доброго. Что, это мы кока-колу купили в паре? Спрайт даже есть. Это из Казахстана, по идее. Или из Ирана. Не знаю. Какая разница. Есть, ладно. А по сути, даже вот мы покупали вот этот добрый колу. Дал цену на добрый колу, да. Хрень. Они даже вот, в принципе, не отличаются. Эвервейс мы брали. Тоже вообще один в один колу. Рич, Эвервейс. Это кока-колу и пепси делают. На тех же заводах, по сути. Да? Просто называют по-другому. Только... Не, они специально сделали линейку, чтобы не уходить из Беларуси полностью, не покидать рынка. Они просто давайте сделали линейку чисто для Беларуси. Убирайте последнюю селёдину, и могу порезать огурец. Для Беларуси. Да, не уж, наели чисто. Кто будет последнюю селёдку? Рич как раз. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Как хотите. Ну, как хотите. Недолго думая, пока тут кто-то не надумал. Давай-давай. Правильно. Тебе нужно управляться. Даша уже начала управляться, а ты еще нет. А вы что подхватили-то? А? Что подхватили-то? Какую болечку? Какую? Да. Я не знаю. Это он как болел тогда, вот температура высокая была, и чё? И сразу слетел 10 килограмм. Опять похудели? Ну нет, это с того раза, как он болел. С того раза, а сейчас я нормально, килограмм уже больше. Килограмм. Так выпьем за килограмм. А у меня килограмм меньше. Уже счастье, да, радость. Угу. Мы радуемся, когда минус, да, тут раз я плюс. Уже ну да, что может, тоже запрессовался. Пришел в зал, конечно, запрессовался? Стал да, а, то есть уже прям... У тебя уже организм должен в зиму готовиться. Ничего не готовится, я не там знаю. Там рок должен. Ничего, к нам придет на следующей неделе, все, накормим, чтобы это... Завязываться. Накормишь его. Будем запыхивать. Он сейчас начнет, все, хватит. Как всегда, больше мне не надо. Чего, у меня нормально, все. Все лезет. Зиму надо. Ой. Кушал на полчасика лег, чтобы заблинизался. Жирочек, да? Да. Жирочек. В зиму. Жирочек. А то зимой будешь мерзнуть. Зиму в подвале. Я хотела эту прививку сделать от гриппа. Блин, что-то вот с Таиланд приехал, все, никак это каша не пройдет. Дурацкий. Вроде прошел, но все не там, когда это были, сначала у меня кашель. Потом нос за, блин, ложила. У меня быстро пошла в ней и до сих пор. А у меня как бронхит, что ли, остался? Ну, у всех по-разному, блин. Это аллергия просто насчет. На чё? На дом. На всё, что хочешь. Я срочно куда-то опять ехать. Сейчас такой аллергии вообще. Знаешь, сколько? Вот. От всего, что угодно может быть аллергия. Мне просто никогда не было. Всю жизнь никогда не было никаких аллергий. У нее всегда долго проходит кашель. У меня быстро, а у нее нет. Я думаю. Потому что
Лечу подобное-подобное. Мороженое поем, там, холодное что-нибудь выпьем. Крем клином вышибается. Ну, я пытаюсь. Вот она так же и в Таиланде лечила. Ходила дохла в трубу. И пела шейки. Не, блин, заставишь ее. А так, блин, это идешь, в целом. Вот обо мне забудь. Кофе со льдом. А там еще лед как делать. Его молят. Там такой стакан, его вот, целый, прям с горкой нам сыпает льда, потом сыпает кофе. И, блин, сверху сливки еще. Да. Выглядит симпатично. Что это такое? Значит, там рулет? Конятина где-то осталась. Сама делала? Ты знаешь, мы попробовали эту конятину. Не вообще говно. Ну вот, я говорю, будут продавать, если нормальную конятину. Если что, я вам беру, спрошу, сколько надо. Не знаю, что почем еще будет. Мы и будет ли у нас в этом это году. Она просто сами-то они не делают. Они же готовят полгода ее. Вот. А это мне брат привозит. Мы в Спаре видали вот такую конятину, вот такую вот толстую. Нет, там большая такая колбаса, там жир в основном один. Там вы жир, не берете да, но... вообще, что ли, в этом? Нет, мы брали. А у вас нет палочка курочки там, да? Ну, есть. У нас в этом только продают в Спаре. Ну, а там только трубочки. Нет. Все, больше ничего нет. Такого. Нет, это. А палская курочка у нас это такого. Как раз вот сейчас, если ехать на. Это не скажу уже где. На республиканской. А, нет, покупаю в магазине. Не, я смотрю, просто он это в фольге. Говорю уже, палочка. Помнишь, мы тогда ходили пешком это. Там чего только нет. Вордер, а она напротив был палская курочка. С чесноком. Брали эти шпикачки. Рулетики. Из индейки. Бери. Ну, чисто мясо, да, курятина. Это прессованное. Не знаю, вкусные. Да. Вкусняшка. А сердечки что там нет? Сердечки там все есть, Вов, там что только нету. Даже там утки есть. Мы как-то, знаете, тоже сами делали. Магазин, вот этот, который я хожу, там что только нету вообще. Всяких колбасок вкусных, всяких рулетиков, всяких этих вот, как ее, там трубочки, как ты говоришь. Начиненные то этим, то этим. Очень вкусно там все. Вкусненькие. Чистое мясо. Чистый белок. Одно мясо, чего? А мне нравится. Это Дашке есть надо. А там что еще? Нет, она еще это качается? Так может она весь подобрала? Мышечный качается. Ну она мышцы, конечно же, качает, да. Укрепление, чё? Не, предлагал купить этот гейнер. А? За месяц бы килограмм бы 5-6 дела. Ну, лучше естественным путем. А чё, я также качался. Гейнер это самый запасный. Качался? Ты, блин, набираешь вес, а не качался? Мышечную массу. Мышечную массу ты потом уже набираешь, когда у тебя сушка идёт. У тебя вот организм, когда начинаешь это пить, ты там же пьешь за полчаса до занятия. Вот, и после. Качала у нас качок. Что, чтобы это мышцы не болели. Да, мне кажется, у нее просто вот этот сбой какой-то прошел. То, что школу мы закончили. Тут экзамены. Туда экзамены считать. Да, я не, ну ей, конечно, немножечко, чуть-чуть вот стоит. Вот, ну. Вот здесь прям резко, прям стоп. Расти начала. Ну уж не скажу, что прям резко. Не, нормально. Нет. Чем полгода. Уж бабушка пошла. Уж по бабушке, наверное, ну, в смысле, по маме это. Не в дедушку, а в бабушку. Дедушку-то вон все худые. А мама вот. Накачанная. Куси, мой Халюси, куси. Куси, он все-таки мой тютик, какой Халюси, тютик, кусик. Куси. Жаль, мой кусок. Ну, вон еще возьми, господи. Кушайся, говорит, нам. Вован эту колбаску не отдаст, ты что, не... Тут не прокатит. Ну,
не знаю, но в принципе я у вас там не видела палочек курочек. А так вообще. Нет, там... у нас вообще есть, но сейчас они их убрали. В основном они в магазинах крупных просто остались, как продукция. Ну там нет того, что. Прям есть. Лично прям магазин. Что есть вот именно вот этот магазин, там прям очень много всего. Их сейчас меньше стало просто. Ну их мало стало, закрывали закрыли. Она была в Сосгороде, потом было здесь у райсовета, сейчас это все закрыли, остался только один магазин. Вот. Ну, там был классный, крылышки да. Берем, маринад, еще там что-то в маринад берем, там очень вкусно. Потом шашлык я беру в Ореховском магазине, он типа домашний шашлык, я его в духовку раз поставлю, даже раз так, кусочков 6. Закрыли, это блин Ореховский. Закрыли весь. Тут приходит, говорит, мам, я хочу мясо. Я говорю, все, кончилось мясо. Мясо съели. Мясо все кончилось. Она прям быстро его. Мясо у папа подряд. Вот ну, такие кусочки прям небольшие. Ну, молодец. Ладно, всем спасибо, всем пока.